Увага профсоюзов до контрактной формы найма не выпадковая. Зараз контрактную форму выкористовывают значно частей, чем працовный договор. Нельга сказать, что это отбывается только у интересах наймальника. Есть шмат прикладов, коли керовники предприемства уводят контрактную форму найму для того, как работнику официально повеличить заработную плату. А прача того, контракт предугледжвая повышение тарифной ставки и додатковый отпуск. Мониторинг, проведенный областным объединением профсоюзов, закранул перепрацовшую галину. 6 предприемств с огульной колькостью работников около 2000 человек. Практично на всех контракты мают свыше 95% работников. Значных порушений не выявлено нигде. Сирот бадай наибольше распаутюдженных недокладное вызначение терминов выплаты зарплаты. Были выявлены отдельные нарушения в применении данными нанимателями контрактной формы найма. Однако, как показал анализ, данные нарушения не являются системными. Они являются устранимыми. Всем нанимателям выданы были рекомендации с перечнем нарушений и определен порядок и срок для их устранения. Сярод планов на ближайший час проведение областного межгалинового туристичного взлета и молодежного форума «Темп-2018» и удел в мероприемствах до Дня Незалежности. А проча того, по заувагой профсоюзов не застанется уборочная кампания. Зараз представники громадской организации завершили мониторинг готовности сельскохозяйственных предприемств до жнива. С початком полевых работ увага до села повеличится еще больше. Будем контролировать вопросы питания, водообеспечение, ну, создание нормальных санитарно-бытовых условий. Самая главная задача, чтобы человек пришел на работу, вернулся с работы здоровым, без травм, и сохранил жизнь и здоровье. И в то же время заработал нормальные финансовые средства для своей семьи. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».